зима, друзья, наступил год петуха огненного, да? Не 1 января он наступает, а только сейчас, и поэтому все, кто жили до этого в году у красного петуха, вы были немножечко неправы. Поэтому вот он, китайский Новый год, Тет он называется. И историю Тета мы вам сейчас расскажем очень подробно и во всех красках. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте внизу то, что вы об этом думаете. Вьетнамский китайский Новый год отмечается в первый день первого месяца по лунному календарю, примерно в конце января, начале февраля. Встречать Новый год вьетнамцам помогают ланы, мифические животные, представляющие собой нечто среднее между львом и драконом, символ силы в азиатской культуре. И дракон также символ силы и достоинства. Эти животные исполняют ритуальные танцы, являющиеся неотъемлемой частью праздника. В России, мы просто в закрытом городке, поэтому вокруг нас только русских. Дам им этим драконам страшным денег, посмотрим, останусь я с рукой или нет. Где там у него пасть? Большому надо, большого задарить. Это же надо попасть. Где там у него рот? Где там рот? Рот где? Дай денег дам. Вот, вот. Сожрал, даже не посмотрел. Маленькая вьетнамская бабушка. Приехали в родной Бунгтау. И мы пойдем искать, где бы поселиться. Друзья, это просто трэш. Народу в Бунгтау еще больше, чем в Муйне. Когда мы здесь были 11 дней назад, не на Тет. Все эти улицы были абсолютно пустыми. Один мотоцикл в час, один человек в 2 часа. И все. И что сейчас? Вообще трэш. Мы не знаем, где жить. Друзья, нам предлагают номера за 1 000 000 и за 1 700 000. Это типа за $50 и за $80. В обычных гестхаусах, которые стоят $9. Вдумайтесь. Будем дальше искать. Сейчас почти 9 вечера. У нас куча вещей и по-прежнему нет дома. Мы заглядываем в каждый отель, мимо которого проходим, в каждый гестхаус, и все они нам показывают так.
что означает не фонарики, фонарики вокруг елочки, а no rooms, к сожалению, то есть нет комнат. Мы надеемся, что нам сегодня просто не придется спать на улице, это уже будет большая радость. Ура, ура, наши поиски увенчались успехом. Вот такую комнату мы нашли. Посмотрите. В общем-то, особенно учитывая, что у нас была перспектива ночевать на улице, комната офигительно классная, если честно. Стоит она 300 тысяч донгов. За сутки мы сняли на неделю. Наверное, обычно в этом отеле она стоит в два раза дешевле, но так как сейчас ТЭТ, они дают вот такие цены. Но мы счастливы, нам повезло, мы будем спать в кровати. А не на ступеньках храма, как это однажды было в Индии. Так что поздравляем вас с новым китайским годом. По-вьетнамски это будет Чук Мин Нам Мой. Сразу приносим извинения за качество этого выпуска. GoPro не очень хорошо снимает ночью. И поэтому, наверное, мы немножко будем размазаны. Мы просто не можем вам не показать того, что здесь творится сейчас. Почему-то здесь тусуется Пикачу, видимо, на прошлом тренде Pokemon Go. Пикачу немножко съел, мне кажется, лишнего в последнее время. Забиты буквально все столики. Вообще негде сесть. Потому что все, весь Хошимин приехал в Унгтау. Вообще здесь происходит что-то безумное. Но много народу, веселье, там тусовка. Притом здесь, в том баре, тоже тусовка. Ну, в общем, народу много, пьют, танцуют. Тут достаточно активная ночная жизнь такая.